Всем привет! Мы с Лисетом перешли играть на родину. Ну а не спешите закрывать это видео, ибо здесь будет много полезной информации. Очень много привилегий в игре для каждого, кто смотрит этот видеоролик. Ну а также бонусом еще и приколы. Сразу отвечу на вопрос насчет Evolve. С проекта мы никуда не ушли, все нормально. С Саньком играем мы везде. Что касаемо родины, играем мы теперь на Северном округе. И сейчас я объясню, как начать играть, как быстро прокачать себе аккаунт и что нужно делать, чтобы я закинул вам донатик на аккаунт. Кстати, также помимо доната в игре, вы можете еще и выиграть 100 рублей за лайк, подписку, комментарий. Победитель с прошлого ролика сейчас на экране, отпиши мне в личное сообщение ВКонтакте, чтобы забрать свой приз. Переходим наконец-то к сути ролика, желаю всем приятного просмотра, а кто кушает, приятного аппетита. Итак, первым делом для игры нам нужно, конечно же, скачать лаунчер, переходим по ссылочке, которую я оставлю в описании, нажимаем на вот эту вот кнопочку, качаем его, после устанавливаем, открываем, и у нас появляется вот такая вот менюшечка. Сюда вы пишете ваш никнейм, кстати, можете ставить мою фамилию, я не против. Играю я на Северном округе, поэтому нажимайте на третий сервер, нажимаете играть, проверить игру, она у вас там скачивает все необходимые модельки, файлы и так далее. В общем, у вас устанавливается сборочка GTA. Затем вы нажимаете еще раз кнопку играть и уже запускаете игру. И так далее, когда вы зайдете в игру, у вас сразу же появится менюшка с регистрацией, вы вводите сюда ваш никнейм, придумываете пароль, нажимаете далее, создаете своего персонажа. Я создам кого-нибудь смешнявку. Вот это весьма смешной персонаж, поэтому берем. И вот это вот самое основное окно для вас, за которое вы можете получить и донат, и прокачку аккаунта, и другие бонусы. В реферала пишите мой никнейм Серго Лепард, вот так вот он пишется, в описании также он есть. Итак, вот вы зашли на сервер, и у вас есть два варианта. Вы можете, как обычный новичок, подойти вот к этому NPC, он даст вам какие-то квесты, вы будете изучать сервер и так далее. И есть второй вариант, который мне кажется получше. Так как вы мой реферал, вам остается сделать следующее действие. Скинуть мне в личные сообщения ВКонтакте скриншот, то что вы зарегистрировались на мой аккаунт, и первым 5, нет, давайте даже 10 людям, которые успеют мне написать, я задоначу на аккаунт деньги, и вы сможете купить все необходимые вам нужды. Но остальные, кто не успели, парни, не расстраивайтесь, у вас не все потеряно, я вам также помогу прокачать аккаунт, только уже без доната, и выдам вам за рефералку кучу-кучу денег. Когда вы получите 8 уровень, кстати, апается он достаточно быстро, тем более есть возможность купить его через донат, вот здесь вот, поэтому берите себе на заметку. Отыгрывайте 12 часов на сервере, но я думаю, до 8 уровня вы явно 12 часов отыграете. Затем вы пишете такую команду MM промо и вводите сюда промокод, вот такой вот хэштег Лепард. За него вы получите еще кучу бонусов и также еще дополнительную монету от меня. То есть вот видите, да, вот на первом уровне я не могу активировать промокод, мне нужен, по-моему, 6 или 8 уровень, я точно не помню. Ну и теперь, когда вы написали мне в личные сообщения ВКонтакте, можете спокойно ехать на респу нашей банды Фантомаса, они называются. Чтобы ее найти, пишите GPS, криминальный район, и вот здесь вот Фантомасы. Приезжайте сюда, и либо я, либо Лисет вас примут, в зависимости, кто будет в игре. Ну и если вы написали мне в личку, то, естественно, в игре буду я. Я вас принимаю, даю вам ранг, также кидаю вам ссылку на Дискорд, вы заходите, и я выдаю вам еще и роли вот в Дискорде. Далее объясняю, что да как. Получается, заходите в интерьер, бежите прямо, и вот здесь вот находится склад банды, на капты его мы открываем, здесь вы берете то, что вам надо, драксы, патроны, пушки и так далее. Ну а чтобы ходить на капты, вам, естественно, понадобятся скиллы. Сейчас я покажу, где их можно прокачать и как это быстро сделать. Чтобы добраться, вам нужна машина. Естественно, берете, подходите вот сюда, выбираете любую, которая есть в гараже, встаете на пикап и спокойно едете. Чтобы попасть в амунацию, пишите GPS, ближайший магазин оружия называется, и вот он находится буквально в 200 метрах от нашей респы. Приезжаете, заходите в интерьер, но вот сюда вы не идете, потому что вы не сможете здесь купить оружие, у вас нету лицензии и все такое. Поэтому вам нужно идти вот сюда. Но здесь, кстати, дорогой вход, поэтому лучше идите в другой, как это называется, тир. Вот здесь вы можете похилиться, если что. Далее, что вам нужно? Вы берете, покупаете здесь наушники, точнее берете бесплатно, чтобы у вас хп не тратились, когда будете стрелять. Затем покупаете патроны на оружие, которое вы будете качать. Ну, вам по дефолту нужен Only Deagle. Все, встаете к окну вот сюда, сейчас у вас появится пикап, вот он появился, появляются бутылки, и вам нужно просто по ним вот так вот стрелять, и все, и у вас будут качаться скиллы. Можете, конечно, пытаться цибагать, но не знаю,
кому как удобнее. И затем спокойно можете заходить на каптики, я вам буду выдавать на закупы и так далее. В принципе, про самую основную базу, которую вам нужно знать для того, чтобы играть вместе со мной, я вам рассказал. Если у вас будут какие-то вопросы, то пишите мне в личные сообщения ВКонтакте, я вам, естественно, отвечу. За ваши аккаунты не переживайте, всем своим рефералам я помогу. И, кстати, как вы могли заметить, я играю не с лаунчера, а со сборочки, и давайте на этом ролике наберем 150 лайков, и тогда я соберу свою собственную сборочку GTA, которую залью для вас, объясню, как с нее зайти на сервер. Вкусная точка, слышь, смотри. 1500 бургер. Какая вкусная точка, нахуй? Это ресторан какой-то, мраморная говядина, нахуй. Где квест взять? Короче, брат, смотри, бежишь вот туда прямо, примерно километр. Потом направо, и там будет NPC. Давай. Дёру, на старт. Внимание, давай, марш. Давай, братик, поехал. Куда он побежал? Блять, это охуенный проект, боже мой. О, слышь. Так в смысле, так ты недалеко пробежал, сказал километр, это вот за тот забор белый. Динозавр? Динозавр? Пивозавр. А, так это за забором белым, брат, вот, за тот забор перелазишь сразу и налево, я же сказал. Я сам хуй знает, куда ему бежать надо. Пошли на почту, чтобы он не вернул. Мы просто интервью твое смотрели, вот, на вписке, и там сказали, что ты фикусы воровал на Авито. Вот, и мы типа тебя нашли и решили узнать, правда ли это или нет. И чё, сколько ты заработал с этого? Давай, я вот отвлекаю, Санёк, ломай. Нормально? А сколько? Ну, в юанях, там, тенге, не знаю. Блин, твой дом. Какой? В смысле, ты о чем? Подожди. Так сколько ты в фунтах, там, юанях, стерлях заработал? Кто бьет? У тебя шизофрения, брат. Ты о чем вообще? Нифига ты красиво, ты скейтом занимаешься? Вау, стой, брат. А этот... Да. А этот... У тебя вансы на ногах, да? То есть ты вансы носишь, ты такой скейтбордист. Здравствуйте. В смысле, он бензин проверял. Он из Гринписа. Там просто корова насала в машину, и он бензин сливал нахуй. Я не могу. О, мне $1000, да? Да? Меня крашнуло, я не получил деньги! Это частная территория. Давайте выйдем, давайте. Он за оружием пошел в сейф, да? Сейчас зайдет в дом и съебываемся нахуй. Он пошел в крафте, брат! Уходим, ёпта! Что, на разы выйдем, ёпта? Здесь оружие, Серёж, ты его не убьёшь, у тебя дома... Да тихо, я его троллю. Здорово, толстый хуй. Чё, как там вообще жила? Чё, как поживаешь? Здесь его убьёт, долбоёб, он справа уже. Долбоёб!